Чего? Покажи свои товары. Бывай. Чертяка змееглазый. Приветствую. Дай-ка взгляну. Береги себя. Что это у тебя с рожей? Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Только вчера случился у околицы. Мальчонку утопец сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. Урод! Гестера, пропустишь со мной? Лишь бы нам солнышко светило. Я теперь Дерван.
Дерван. Ешь на полях Нильфгаардской страны. Эмдир император наделал. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Мужики, завилы! Опять мне косули деревца пообсыпали. Еще чего-нибудь? Может, есть что интересное под прилавком? А это зависит от того, что вы ищете. Взгляните-ка. Прощай. Лишь бы нам солнышко светило. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Ему чик-чик, башку-то и отрубили. Что это у тебя с рожей? Только мальчонку утопец сожрал. А ведь мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Что тогда сделали? Ну, головы обратно не пришьешь. Его в стиле.
сделаю себе прощу и поймаю медведя. Не смотри на меня так. Урод! Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Моего папы тоже когда-то был меч. Поговори с командиром. Добрая женщина, доведет ли меня эта дорога до Вызимы? Скорее уж до могилы. Не слыхали разве, что здесь грифон рыщет? Сперва черные к вам пришли, теперь грифон? Верно говорят, беды никогда по одной не ходят. И путникам тоже не следует. Если вы один за деревню выйдете, бестия вас мигом учует и сожрет. Лучше подождите, как побольше людей соберется, и идите. Коли золото есть, переждите в корчме. А нет, так я вас и у себя могу на ночь приютить. Ну? Ты уж лучше иди отсюда. У королей сражения, а мужики жизнь отдают. Держись от моей семьи подальше. Пришел ведьмак, всю картошку пособирал.
понял. Закрытые домики, это, короче... Дисциплина! Вот чего вам всем не хватает. Домик охотника и травница. Покажи, что Хвороба какая-то меня пробрала. Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Спихнуть меня хотите? А красивая у тебя висюлька. Пощады! Боги! Жаль! Убивают! Кто-нибудь! Come on.
своей жопой, я сам займусь! Сука, вместе! Что такое, сука? Иди, иди сюда! Иди, дядя! Как гнусный же ты.
покончим с Сколько мне еще ждать? Закончим с этим.
ведьмак! Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и поделом мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел и я скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Следы повозки, она заехала в болото. А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Повозка, утыканная стрела. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Нашелся сундучок-то мой. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Шевелись, плотва!
Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янгиермер. 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Пошла. Эр Игла. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Быстрее. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сар Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Глушь, нищета и вонь.
Керзаер! Настоящий ведьмак. Мать мне не поверит. Нам придется ликвидировать часть вашего урожая. Так точно, ваше превосходительство. Знаю, что в амбарах у вас не густо. Но солдат тоже человек, и ему надо есть, правда? Так точно, ваше превосходительство. Нам записаться не хочешь? Пароль! Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом? Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Сделай для меня одну вещицу. Бывай.
Вы шпионе? Покажи. Бывай. Император поведет нас прямо на Новиград. Волтис Грифон Несанбо. Айбтор? Нет. Айбстрэн. Марсан Дэйн Карлот. Эсди Кефирин. Нордес Улф Хейден Анморес. Аэн Медета. Эстуат Аэнсен Новиград. Эстуат Улф Хейден. Мир. Дейхэ Этон Дэ Энэс. Эсэд Орден Квэкай Мэкай. Медета. А это Новиград. Ерглоир. Дай дорогу! Фэйс Айнава!